Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие Господи, братья и сестры, сегодня неделя о слепом. Это Евангелие, которое прочитано сегодня на Божественной литургии, евангельское чтение, точное апостольское чтение. Я еще раз, пожалуйста, напоминаю, чтобы при возможности вечером сегодня прочитать Евангелие и, если возможно, апостольское чтение на русском языке, для того, чтобы вам было гораздо ближе и более понятно. Но и на Божественной литургии, в евангельском чтении мы поняли о том, что мы знаем эту притчу и много раз слышали о том, что Господь от рождения слепого человека посредством великого таинства своего, которое он исцелял людей, он взял глину, плюнул несколько раз, сделал брение, то есть сделал такую, как полужидкое какое-то вещество из глины, протер ему глаза. И те, кто были в Иерусалиме, были в Силоамской купальне. Это пойди, скажи, он сказал Господь Иисус Христос, пойди этому слепому и умойся. Он пошел, умылся и прозрел. Это было все в субботу. В то время, вы знаете, как и сейчас, впрочем, мы знаем, видим, синагога соблюдает субботу. И вот рацио компромисс мистерий, значит, рациональный ум тех священнослужителей синагоги, как впрочем и сегодня, ничего почти не меняется. Рациональный ум не верил этому чуду. Они допрашивали родителей, они допрашивали этого слепорожденного о том, что с тобой случилось. Они не принимали божественную истину. А божественная истина, она вся сказана в символе веры, и мы каждое утро и каждый вечер повторяем. Именно повторение, именно церковной жизни мы, утверждаясь в вере, и можем считать и рассчитывать на милость Божью. И это однозначно, что все православные, судя по всему, как идет развитие этого мира, все православные спасутся, потому что они чада Божьи, они уже вошли через крещение в православную церковь, имели богообщение, покаяние. Как этот слепорожденный в сегодняшнем евангельском чтении, открылись глаза. После каждого причастия открываются глаза, и мир видит духовными очами, то есть духовным зрением своим, все происходящее вокруг нас, и тогда мы можем реально, истинно, правдиво, оценивать события, какие-то явления, происходящие вокруг нас в ежедневной жизни. Таким образом, сегодняшняя притча о вот этом слепорожденном, она явно дает нам знание, силу и понимание происходящего вокруг нас. Вот это мировоззрение, которое открывает Господь Иисус Христос, божественный литургии прежде всего, то есть причастие Христовых тайн. Поэтому каждый из нас, я думаю, что как можно чаще, как это возможно, более чаще исповедаться и причаститься, потому что это сила жизненная, богообщение это сила жизненная, она дает именно возможность жить с Богом. В этом мире мир очень тяжелый, мир очень разнообразный и очень обманчивый. Очень обманчивый. И поэтому, чтобы иметь
правду перед самим собой, в своих собственных глазах, необходимо Богу вообще. Вот это прозрение, чтобы открылись очи, зрение духов. Это очень важно. И не надо говорить об этом никому, это такая очень вещь, очень личная, внутренняя. Поэтому не нужно говорить об этом. Это очень вещь таинственная. Поэтому я призываю вас сегодня еще раз прочитать вечером Евангелие, по возможности ежедневно Евангелие читать после вечерних молитв. Это очень помогает, успокаивает перед сном, потому что каждый день наш, это, вы сами понимаете, утром мы просыпаемся, приходим в день, проходит день, вечером мы засыпаем и уходим в сон. Воскресение Христово. Что такое усопшие все с нами? Все, у Бога нет людей, нет. Все живут. Смерть это подобие сна, сон. Мы засыпаем и в этом сне ожидаем второго пришествия, которое обязательно будет. И мы воскреснем с Господом Богом. И все православные будут в Царстве Небесном. Вот поэтому я всем желаю вам духовного прозрения и духовного здоровья, благополучия, здравия, чтобы потом было благопоспешение в труде, жизни и у кого учеба. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Здравствуйте, зрители! Truly He is risen! Благословение Господне на вас, кого благодатью человеколюбием всегда ныне пребывает.